надо особо сказать, что сегодня бомбит Донбасс, утюжит танковыми гусеницами Донбасс. Украинские вооруженные силы – это регулярная армия, это палачи, это убийцы своего собственного народа. Надо отметить, что вот как передавали наши военные корреспонденты, было несколько атак. До 15 танков выходило, пыталось взять в кольцо аэропорт, атака была отбита. Точное количество танков, сколько уничтожено, уточняется, но 6 волн атак, все 6 отбиты, и говорят, сейчас уже перешли в контрнаступление, и бой идет в Песках.